Но вот эта порода брама, вот темный, это темная брама, рыжая, это светлая брама. А хочется чего-то красивого и большого. Вот и приобрели, увидели, что на выставке там петухи эти сидели, наверное, раза в два еще крупнее. Ну, как и все куры. В общем-то, может, просто корму побольше требуется. А едят они все. И овощи, капусту, морковку, свеклу сахарную. Все едят. И траву зеленую, и одуванчики. Абсолютно все. Но все равно приходится подкармливать зерном. Выпускаем, гуляют. Вот сейчас начали.